Последние сутки приходят сообщения об обострении ситуации в Донбассе. Одной из мишеней обстрелов стала Донецкая Горловка. Очевидцы говорят, такого не было с прошлой зимы. Снаряды рвались один за другим. Повреждено около полусотни домов, есть раненые. В Минобороны самопровозглашенные ДНР заявляют, что огонь велся со стороны позиций украинских военных с использованием крупнокалиберной артиллерии. Под ударом и ближайшие пригороды Донецка. Зафиксирована попытка атаки в районе аэропорта. Данные о нарушении минских договоренностей переданы наблюдателям ОБСЕ. При этом, как заявляют донецкие власти, есть разведданные, которые указывают, украинские войска стягивают к линии соприкосновения дополнительные танки и артиллерию.